В уютном зале Дома молодежи собрались семейные пары разных поколений, профессий и взглядов. Чета скорой отмечает 30-летний юбилей совместной жизни. В этот вечер Светлана и Михаил вспоминали важные моменты и с удовольствием делились с другими гостями своими секретами семейного счастья. Как в любой семье, бывают и трудности, и ссоры, и конфликты. Надо как-то уметь и прощать, и идти на компромисс. Вот. И знаешь что? Все проблемы, они когда-нибудь уйдут. Я бы хотел добавить, заботиться друг о друге, искренне заботиться в семейной жизни. Жемчужиной праздника стали пары, отметившие 60-летие супружеской жизни – семья Коршуновых и семья Елисеевых. Прожив вместе душа в душу больше полувека, они стали примером не только для своих близких, но и для всех окружающих. Самое главное – нужно беречь друг друга и заботиться друг о друге, заботиться, беречь, чтобы друг друга сберечь, заботы должна быть. Мало ли, заболел или что-нибудь, где-нибудь что-нибудь, все делить пополам. Нужна взаимность, нужно кому-то уступать, и нужно беречься. И мало ли какие, и ссоры были, и все. Нужно как-то улаживать, как песня поется под зонтом. Праздничное торжество проходило с радостью и волнением. В теплой семейной атмосфере гостям удалось по-настоящему расслабиться, посмотреть концерты, принять участие в конкурсах. По окончанию вечера всем семьям вручили цветы и подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.